И все же в Беларуси в последние пятилетия сохраняется тенденция к уменьшению количества трагедий на производстве. Об этом сегодня сообщили в Министерстве труда и социальной защиты. Накануне профессионального праздника здесь подвели итоги года и рассказали о некоторых планах на 2017. Из достижений самое важное – это демографический рост. Впервые за более чем 20 лет независимого развития нашей страны в республике произошел естественный прирост населения. По итогам 9 месяцев родилось на 518 человек больше, чем умерло. На естественный прирост населения повлияла и реализация новой программы. Это программа «Семейный капитал». Значит, всего за 2 года начислено семейный капитал 28 823 человекам. Получили депозитный счет с зачислением на них 10 тысяч долларов. Удалось добиться снижения безработицы на четверть по сравнению с предыдущим годом. Для этого в стране создана система содействия занятости. Причем не только для безработных, но и в целом для населения. Сообщили сегодня о том, что готовится предложение о повышении тарифной ставки первого разряда. А также в ближайшее время на общественное обсуждение вынесут проект национального плана по конвенции о правах инвалидов.